Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня я вам расскажу о том, что было после Сан-Франциско. Рассказывать я буду в таком формате, потому что мы не снимали там уже особо много видео. Все, что происходило, было абсолютно спонтанно, не запланировано, и мы просто не успевали что-либо снимать и вообще понимать, что происходит. После Сан-Франциско мы полетели в Италию для того, чтобы чуть-чуть адаптироваться после нашего месячного пребывания так далеко и не сразу возвращаться домой в Украину, где у нас были морозы и вообще не очень прикольная погода. Мы практически ничего не снимали, так как хотели просто отдохнуть, но пересмотрев сейчас те некоторые отрезки, которые все-таки мы успели заснять, я не удержался и решил сделать видео, потому что это действительно невероятно красиво. Далее мы поехали в город Пизу посмотреть на Пизанскую башню. Но, в принципе, обратили внимание на то, что помимо Пизы, вся Тоскана сама по себе невероятно красивая, особенно в части побережья. Там можно встретить просто шикарнейший закат, который чем-то похож на закат, который мы встречали на Биксюре, только масштабы поменьше. Но, тем не менее, сама картинка не менее прекрасная. Возвращение домой, как всегда, было не таким легким, как нам хотелось бы этого. Мы снова полезли искать билеты, и все оказалось чуть-чуть сложно с нашей страной, так как у нас есть некоторая монополия на рынке авиаперевозок. В итоге мы снова нашли акционные билеты, которые были по 10 евро, и полетели в Польшу, в Краков. Недалеко от центра Кракова есть премиум хостел, который выглядит вот примерно вот так вот. Переночевать здесь можно примерно за 20 долларов за номер. В 15 минутах ходьбы от центра. И, по-моему, за эти деньги тут очень даже неплохо. Вот такой вот вид. Это лаунж-зона. Тут бесплатно можно выпить чая, кофе, молока, взять сахар. Очень неплохо. В Кракове мы решили побыть несколько дней. Погода там уже была более реалистична к нашим краям. То есть был снег, холод, мороз, все как полагается. Там мы, в принципе, чуть-чуть уже адаптировались к тому, что нас ожидало дома. Следующий наш пункт назначения был Львов. Во Львов мы уже попали на Блаблакаре. Блаблакар — это крутая штука, которая позволяет вам иногда перемещаться очень комфортно, недорого, а иногда это вообще единственный вариант, который может, собственно, вас куда-то переместить. Если вдруг кто-то не знает, что это такое, это сайт, где водители, которые едут куда-либо, выбрасывают свое предложение по попутчикам, которых они за определенную стоимость готовы подвести вместе с собой. Вам в этом случае выгодно с кем-то поехать, потому что это недорого, комфортно и можно подобрать удобное время.
Водителю выгодно, потому что он может отбить какую-то стоимость за бензин, а некоторые даже пользуются этим и зарабатывают. Приложение прикольное, классное, мы уже не раз пользовались. Иногда получается все ровно, иногда не получается, потому что из-за того, что многие начали там зарабатывать, получилась небольшая каша. Находите водителей, ищите обязательно с отзывами, читайте отзывы, проверяйте, кто это, что это. То есть не все, ну, так же, как и везде, отзывы нужно учитывать, потому что никто вас не застрахует от того, что вы можете сесть к какому-то маньячили, он вас куда-то в лес увезет. Поэтому на 100% никогда не перестрахуешься, но во всяком случае, благодаря отзывам можно хотя бы чуть-чуть себя обезопасить. Если же вы одинокая девушка и так далее, подумайте дважды, ищите компанию, еще вы какие-нибудь варианты выбирайте, потому что в наше время на самом деле не всегда стоит быть сильно обеспеченным, когда вы путешествуете. Львов прикольный тем, что даже когда там холодно, всегда можно найти теплые кафешки, очень интересная кухня, цены в принципе невысокие. Можно покиснуть несколько дней просто вот в местных лавочках, ресторанчиках каких-то, там куча всяких прикольных наливок, еще чего-то, вы не соскучитесь, даже если на улице погодка не очень. Мы нашли кафе с котами, называется оно что-то типа кота-кафе. Идея проста, вокруг лазят коты, ты их можешь тискать, мацать, жмакать, все, что хочешь с ними можешь делать в пределах разумного. И это здорово, потому что у нас нет домашних животных дома, а кота потискать, знаете ли, хочется всегда. Поэтому вот благодаря такому заведению можно себе иногда позволять это. Коты там, конечно, не такие, как дома или как у бабушки. Они не всегда податливые. То есть их очень много там тискает народу. За день, я не знаю, пару сот человек, наверное, там приходит туда. Поэтому они уже такие аморфные коты. И вот на твои вот эти все там погладить не сильно реагируют. Ну, тем не менее, и это неплохо. Еще мне недавно сказали, что подобное заведение есть с енотами, и даже где-то в Киеве. Как только я там окажусь, обязательно сниму об этом видео и покажу вам, потому что я очень люблю енотов. И если рядом будет сидеть маленький енотик и кушать свою печенюшку, ну, это крутое зрелище, и я буду счастлив, если вдруг мне так повезет. После Львова, в теории, мы уже должны были возвращаться в Киев. С транспортом тут все намного проще. Есть экспрессы, есть поезд. Сел, доехал, никаких проблем. Но так сложилось, что когда мы находились во Львове, пошел снег, и вся толпа и тусовка из Киева начала ехать в Карпаты, кататься на бордах. Естественно, мы тоже словили эту волну, не удержались и на том же Блаблакаре доехали в Карпаты, чтобы со всеми встретиться, покататься и таким образом завершить наш супер-мега-трип по Штатам. Что я могу вкратце сказать о всей этой поездке и о Штатах в частности? После того, как ты оттуда возвращаешься, внутри вот как будто что-то, какой-то моторчик заведен у тебя, и ты реально начинаешь делать в 10 раз больше всего того, что ты делал раньше. Если тебе казалось, что ты для этого много там работал или учился, или в принципе как-то активничал, то сейчас можно все это умножать. И люди реально по возвращению оттуда зачастую более активные, начинают двигаться и работать намного результативнее, в несколько раз больше и круче, чем до этого. Отдельно по городам, по штатам. Каждый из них был невероятен. В душу мне очень-очень сильно припал Нью-Йорк. Он мне до сих пор иногда снится, порой даже часто снится. Мне кажется, что я бы мечтал бы там еще раз оказаться, и при любой возможности я буду всегда попадать туда, буду гулять там, буду снимать видео. То есть это вот город, в котором я почувствовал себя просто вот в своей тарелке, в моем ритме, вот так, как должно быть. Еще хотелось бы выделить парочку моментов в целом по путешествиям. Многим людям кажется, что это легко и просто, вот брать, ездить и ничего не делать, и все видят только одну сторону медали, когда ты делаешь там селфи в каком-то месте или еще что-то типа того. На самом деле за каждой этой красивой картинкой, за каждым этим селфи
таится огромный проделанный труд и много потраченных нервов. И нужно это всегда иметь в виду. Ничего не дается просто так, и для того, чтобы оказаться где-то в другом месте, а тем более на другом конце планеты, вам стоит приложить немало усилий. И деньги — это далеко не самое главное в этой части. Наведу маленький пример. Если вы уже раздобыли средства и планируете ваше путешествие, то даже покупая билеты, введя одну букву своей фамилии или имени неправильно, у вас может прогореть вся ваша поездка, полететь все ваши билеты, все бронирования, все оплаты наперед и в целом просто из-за одной неправильно введенной буквы. И таких мелочей на самом деле масса и уйма. Вы постоянно находитесь в напряжении, ничего не провтыкать. Вам постоянно надо быть супер четким, спланированным и организованным, потому что если начинаются провтыки, то вы или вообще можете никуда не ехать, или же это попахивает очень большими растратами, которые многие себе просто не могут позволить. По средствам, на которые живут обычно путешественники. Вы знаете, у каждого своя история, но я еще не встречал людей, которым оно бы падало с неба, и они бы вот так вот путешествовали и ничего не делали. Каждый платит свою цену за это. В данном случае наш трип в Америку обошелся нам в наши две проданные машины. И это одна из деталей, которых на самом деле очень много. Каждый жертвует в меру своих возможностей и настолько, насколько сильно он хочет куда-либо поехать. Поскольку в комментариях к моим видео я часто встречаю вопросы по поводу средств и денег, я постараюсь почаще упоминать о том, откуда они берутся, откуда они могут браться, и даже в самих путешествиях показывать моменты, где в случае чего вы могли бы, допустим, заработать. Если людей этот вопрос интересует, то почему бы о нем не говорить? В странах бывшего Советского Союза почему-то не очень принято говорить о деньгах. Но на самом деле, вот, например, в Штатах совершенно другая картина, и в моем видении она тоже другая. Я считаю, что об этом нужно говорить, на это нужно проливать свет, откуда они берутся, как они зарабатываются, куда они тратятся, какие суммы. Это действительно важно, это интересно. Я думаю, что даже подрастающее поколение должно понимать, откуда берутся деньги, чтобы ни у кого не было розовых очков. И никто не видел всегда только одну сторону медали. Поэтому я считаю, что о этих вещах нужно говорить, и тем более, когда этот вопрос реально интересует людей, и они об этом спрашивают. Также мне нравится то, что часто звучат вопросы по поводу техники. В Штатах с техникой у нас было очень много проблем, но в принципе сейчас ситуация изменилась. Я по чуть-чуть буду выкладывать обзоры той техники, которой я пользуюсь, и буду от себя рассказывать о ее плюсах, минусах и о том, почему я выбрал именно эти варианты. Если у вас остаются какие-то вопросы или вас что-либо интересует, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я буду стараться отвечать по максимуму. Хотел еще сказать вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео, лайкаете и задаете действительно интересные вопросы. Это действительно приятно, когда есть люди, которые находятся на одной волне с тобой. Думаю, на этом можно завершать этот рассказ. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал и до скорых встреч!